Есть, наконец-то. Нормальная рыба. Прям на равномерке взяла. Наконец-то, блин. Судакинс, походу. Да, это очень хороший судак. Наконец-то, блин. Наконец-то. Ну сколько можно было уже бросать? Пора бы уже и поймать рыбку нормально. Фух, сердце в пятке, какой удар был. Так, он нормально дерется. Что-то бритулет. Как себя чувствуешь? А? Братишечка. Какой крепыш, а? Смотрите-ка. Смотрите-ка. Какой крепыш красивый. Вообще, вот это я понимаю. Опа. Вот, приманки от Марата, тянущиеся. Тёги работают. Такой. Сейчас его взвесим, мне кажется, кило 800, кило 900. Сфотаться с ним надо. Вот, друзья, не зря мы сегодня чуть пораньше пришли на водоем. Такой вот красавчик. Примерно под двушечку у нас клюнул, порадовал своей поклевкой. Вообще, конечно, красавец. Клюнул на равномерке, на тиогу 4 дюйма. Его вообще ничего не смутило. Клюнул хорошо, глубоко. Несмотря на то, что жаркая погода. Вот. Красивая рыба попалась. Сейчас мы этого красавчика будем отпускать. Такого симпатичного. Ох, какой мощный красавец, да? Ох, какой она. Ну чё, ловить дальше надо? Так, все играли. Да, все супер. Давайте попробуем. Есть. Окунь, что ли? Прикольная такая поклевка, странная. Да, это окунец. Смотрите-ка. Такая дрожащая поклевка. Сразу только поменял на фред, сразу окунь прилип. Все-таки фред для равномерки лучше, чем для ступеньки. Ну или длинная ступенька ему лучше, чем короткая. Пускаем красавчика. Смотрите, какая интересная коряга тут в кустах притаилась, прям целое дерево. Друзья, всем привет! Сегодня такое прохладное и приятное в то же время летнее августовское утро. Я предлагаю вам отправиться вместе со мной на рыбалку на реку Казанку, посмотреть, как в августе тут обстоят дела, посмотреть, что любит рыба, что она предпочитает и вообще реально ли поймать в такое время что-нибудь достойное.
Так что смотрите, не переключайтесь. Думаю, вы будете удивлены тому, как можно прикольно ловить в городе такое довольно глухолетнее время. Так, скорее надеваем очки, а то уже невозможно. Солнце очень яркое. Друзья, вы заметили, да? Судак клюнул не на падении приманки, а на длинной подмотке. Когда я хотел сделать такую протяженную ступеньку, он прям на второй этой подмотке взял. Такое часто бывает летом, когда вода теплая. Судака можно ловить буквально на равномерку около дна. На 4 дюйма, на 5 дюймов он отлично клюет. Иногда это даже эффективнее, чем проводить ступенькой. То есть так рыба отзывается еще лучше. И клюют самые крупные, самые приятные рыбы. Сначала он тоже рыбу не ловит. Причем я вижу в эхолотику, ну, ходит рыба. Не знаю, какая она ходит. А что ее поймать? Вип ставить? Под вес питаться? Или что? Да. Все-таки уговорил этого дурака. Ой, какой хороший. Класс. Все-таки это судак был. Уговорил я этого дурака. Как он меня замучил, а. Сегодня. Ох, кайф, наконец-то. Ох, нормальная рыба. Сейчас я его вам покажу. Уже прям под лодкой. Заколебал меня, реально. Этот судак. Такая капризная рыба, а. Вот он. Хорошая, оказывается. Лучше, чем я думал. Фух, блин. Фух. Надеюсь, там все видно, как он долбанулся. Фух, кайф вообще. Обожаю. Ну, такой полторашничек. Цапнул нормально. А, не полторашничек. Килошка где-то. Кило 200, может быть. О, какой хороший, а. Смотрите. Кругляш. Вот это да. Ну, на моего гибрида в цвете лимон желтый клюнул все-таки. Друзья, вот и второй сегодняшний судачок. Этот клюнул уже на перегруз. Мы поставили 18 граммов, поставили вот такого вот слага. И под лодкой он с огромным таким приятным ударом как хлопнул. Будем продолжать, может быть, там еще кто-то есть, еще кто-то клюнет на нашу приманку. Я видел в практик под лодкой какую-то рыбную активность, но не клевало. Не клевало. Поставил вот такого гибрида, перегруз. И, ну, вы сами видели, как он шандарахнул. Это просто вообще обожаю судака за такие сумасшедшие поклевки. Не стал он дожидаться, уплыл сам. Эти злые судачьи поклевки у меня какой-то дикий аппетит вызывают, поэтому я немножечко перекушу бутербродиками вкусненькими с сыром и продолжу. Вдруг еще какой-нибудь судачок сегодня к нам залетит.
Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. А всем, кто не кушает, очень рекомендую налить чай, сделать бутерброды и устроить себе такое приятное чаепитие. Сегодня специально оставил дома микроджиговый спиннинг, чтобы меня ничего не отвлекало, чтобы я думал только о судаках, только о такой рыбалке на крупную рыбу. Вот, взял Аниру, Medium Light, и ловлю. Все нравится, удары мощные. Давайте вот этого красавчика отправим купаться. Да! Ой-ой-ой! Вот это удар! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вот это удар! Вот это он хряпнул его! Чупи-тейл как сработал, а? Судак есть, есть судак! Как он его хряпнул, а? Прям до зада! Хороший судачок. Ух, блин. Вот это поклевина. Опа, и защелкнулся. Видали, да? И защелкнулся. Кстати, кто-то говорил, что со струной судак не клюет. У меня сегодня все судаки со струной клюнули. Смотрите. Чопик где-то там. Фух, блин, честно, я не ожидал, что на чопитейл клюнет. Они такие сегодня капризные. И все-таки уговорился. Уговорился на чопитейл. Класс вообще. Вот это ударище. Но все равно, чувствуется уже, что август. У рыбы нет вариантов уже. Рыба клюет. Нашу приманочку вытащить. Он прям вот... Ой. Он вообще практически не держался. Вроде бы так подсек, да? Но он вообще не держался. Вот, я вытащил приманку, чтобы вы ее разглядели. Видимо, его этот хвост очень сильно возбудил, и он клюнул. Вот, друзья, этот красный хвостик, видимо, не оставил нашего героя равнодушным. Такой вот судачок, грамм 700-800, с такой приятной, с такой поклевкой, как бабахнул. Он весь в пиявках, но все равно. Этого задиру тихонечко будем отпускать. Спасибо ему за поклевку. Все было круто. Мне понравилось. Друзья, я нахожусь в небольшом замешательстве. Я думал, что сегодня я буду ловить исключительно на первый способ, на тот способ, на который поймал первого и самого крупного судака. Но, как оказалось, не все так просто в рыбалке. И сегодня мы поймали рыбу и на равномерочку, на суперлегкий вес, и на классический джиг 12 граммов, и на перегруз, на слаг на 18 граммов. Так что я даже не знаю, что еще можно сказать. Кроме того, что каждой рыбе, оказывается, нужен свой подход, своя приманка и свой грузик. Рыбу сейчас клюет гораздо хуже, чем до этого. Скоро начнут ездить
эти неадекватные лодки, неадекватные катера на полной скорости мимо меня. Поэтому я сейчас пойду потихонечку сворачиваться. Спасибо всем большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно вам сильно понравилось. Надеюсь, что вы его лайкните, прокомментируете и репостите.